Представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка работают в Югре. Сегодня в программе визита Нягань, Мегион, Нижневартовск, учреждения социального обслуживания, образования и здравоохранения. Представители омбудсмена изучают региональный опыт в сфере профилактики социального сиротства, предупреждения социально-негативных явлений в подростковой среде. В Сургуте они посетили Центр помощи семье и детям, где проживают семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, специальную учебно-воспитательную школу закрытого типа и Сургутский центр социальной помощи семье и детям. Здесь работают психологи, представители правоохранительных органов, опеки и попечительства, педагоги и медики. Основной контингент – семьи, находящиеся в социально опасном положении. Например, употребляющие спиртное или наркотики, или дети, в отношении которых совершаются противоправные действия. В каждом случае работа ведется индивидуально. Судьба каждого ребенка – это конкретно. Если спрашивать в целом обо всем, то никакой информации не получишь. То есть получить информацию можно тогда, когда проследить судьбу ребенка от момента, когда он стал объектом внимания со стороны субъектов профилактики, и до того момента, когда ему это внимание уже будет не нужно, просто потому что у него все будет хорошо. У нас есть предложение по совершенствованию федерального законодательства, и у Марии Алексеевны есть право инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, которые либо препятствуют каким-то образом деятельности органов системы профилактики, либо же это во благо наших детей.